Всем привет! Сегодня сделаем очень вкусный чечевичный супчик. Этот супчик постепенно начинает у нас в стране набирать обороты, потому что он реально очень быстро, легко делается и в то же время очень-очень полезный. Для этого понадобится совсем немного ингредиентов. Лучок, морковка, томатик, ну и, конечно, чечевичка. Смотрите, принцип такой. Бульончики варим, картошечку и чечевичку, а в это время в сковородочке пассеруем или жарим лучок, морковку и томатики. Потом это все соединяем. Лучок нарезали и на сковородочку. В это время в наш бульончик добавляем картошечку. К лучку добавляем морковку. А в наш бульончик с картошечкой чечевичку. Добавляем специи. Они очень хорошо раскроются именно в масле. К лучку и морковке добавляют томатики перетертые. И чесночок уже в самом конце. 15 минут покипела наша картошка с чечевичкой. И мы соединяем с нашей зажарочкой. 5 минут покипят вместе. И все, наш супчик будет готов. Смотрите, два варианта подачи нашего чечевичного супчика. Можно сделать его с блендером. Так, и он будет вот такой вот суп-пюре, да? Отлично зайдет прям с лимончиком. Можно просто по привычке, прям как сварился, так и подавать. Просто, это аромат, это вкус, это необыкновенно вкусно. Советую.